Всем я, с вами Илья. Вы на канале Илья Геймс, и я давно не делал видео по Бравл Старсу, и тут уже вышло обновление. И не, вы правда не кидайтесь помидорами за то, что я не делал давно видео по Бравлу. И короче, сегодня мы будем играть просто в Бравл Старс. Ну, как в предыдущем видео по Бравлу, первый бой с братом. Я когда-то играл с Игорем, и мы записывали видео. Я его назвал первый бой с братом. Ну, а здесь, этот видос я буду, наверное, я назову... я не знаю, как я его назову сегодня. Короче, давайте уже играть. Сейчас я возьму кого-то. Ну давайте я возьму Дэнова. Погнали. В одиночное столкновение. Так, баночки. О, шели. Забираю баночку. Погнали. Ой. Так. Кстати, если вы не видите, у меня Дэрил со скином. Это мне папа. Это когда, кстати, когда вышло обновление с гаджетами, то это когда появился скин, мне папа на него задонатил. О, быстрее. Так. Опа. Так. Кстати, у меня как раз Дэрил 10 силы со звездной силой. Правда, не с той звездной силой, которая мне просто... У меня звездная сила такая на Дэриле есть. Перезарядка на ходу. И, кстати, это была моя самая первая звездная сила в этой игре. Блин, Шелли, ну хотя бы ты два кубчика. И кстати, если вы не заметили, если вы не знали, сегодня появился скин Крабтик. И когда папа придет, он мне задонатит, и я сделаю отдельное видео, и мы... И там я куплю этот скин. Вот этот вот скин. И мы его с вами обязательно протестируем. Это, кстати, первый скин на Тика, если вы не знали. Ну, вообще, все это вот, давайте сыграем, пожалуй. Сейчас. Можем за любого сыграть, в принципе. Давайте-ка за Эль. Мне, в принципе, на ней тоже есть одна звездная сила. Но эта звездная сила, она довольно-таки хорошая. Получше. Немного получше, чем звездная сила на Дэриле. Да и вообще, кстати... это звездная сила, которая очень полезная, потому что это звездная сила, там где когда вы используете ульту и когда враг в нее попадает, то она может хилить себе по 320 здоровья, короче. Прикиньте, я только что пару. Короче, и еще. Сейчас я попробую. Блин. Блин, бугласки. А если вообще, кстати, если у вас на ней есть вот такая вот звездная сила, так, вот смотрите, Эмс восстанавливает 320 здоровья с любого. Но если она еще не стала
I'm so gonna win everything. Следующую катку мы сыграем за воина. Я, кстати, как раз на него выдал второй гаджет, который добавили в этом обновлении. Да. Я думаю, это прикольно, кстати, потому что это гаджет, там, где когда вы стреляете, вы можете просто прожать гаджет и враг, он... И потом, тогда ворон замедлит врага. Блин. Управляйся. Блин, джойстик просто залагал. Вы извините, у меня просто джойстик. Да ё-моё, опять джойстик. Тупой, лагучий джойстик. Из-за него, из-за этого опять. Ладно, давайте попробуем еще сыграть за ворона, а то как-то неудачно получилось. Тем более, ворон это легендарка, а я легендарку давно хотел, и наконец-то, кстати... Мне, кстати, ее Виталик выбил, когда геопой... когда гео появился, а... Я, короче, к ним когда-то приезжал, это когда еще не было вольта, а когда гео уже был в игре, то... Мне Виталик из большого ящика выбил ворон. Блин, тупой. Так, все, нам нужно собраться. Нам нужно занять хотя бы топ-4. Кстати, вот. Я, кстати, уже прошел весь предыдущий Brawl Pass, и у меня появился скин. И... Еще и скин, и все эмодзи на Гейла. Так. Turbo Tag! Кстати, сейчас мы можем сыграть за Макс. Ну, Макс это мой последний бравлер, который мне выпал. Я был удивлен. Я вообще... Он мне выпал из бонусного сундука в предыдущем сезоне Brawl Pass. Я вообще, кстати, думал, что это гаджет. Но нет, это оказалось именно она. О, прикиньте, я еще и динамайка уничтожил. Я, кстати, уже примерно понял, почему ей сделали 4 выстрела, а не 3. Ой-ой-ой, я, блин, случайно злость поставил. Хотел поставить значок масс, но случайно поставил видео. Я просто так было... Блин, это Карлито за мной гонится. А, фу. Я погнался за тем бабой. И что? Это как раз идеальный момент, когда стоп. Так, стоим тут. Хопа. Прикиньте, у меня 8 банок уже. Ой, еще и коктейльчик. Не, Карлито! Прикиньте, мне Карлито уже не мог ничего сделать. Кстати, и вообще, кстати, хорошо, что мне как раз таки ворон выпал, потому что... Ну, я, конечно, хотел спать, но ворон... Но зато ворону в этом обновлении сделали ремодель, и зато... Ну и это очень хорошо, потому что он мне как раз выпал, когда еще не было. Why is everyone so slow? Прикиньте, ребята, это, конечно, я, правда, не знаю, как это получилось, но я каким-то образом убил пару, и хоть и не знаю, был коктейль. А, ну это... Прикиньте, я просто Барлей, я еще и убил 2 штук. Оу, у меня еще и квестик. О, кстати, сейчас мы с ним поиграем. Go! Сейчас напишу ему.
Привет, я сейчас записываю видео, ты как раз попал в него. Привет, друг. Ну, ребята, если что, вы не знаете, если вы не знаете, кто это такой, это мой друг, который... просто интересно, кстати, что он мне сейчас напишет. Тейк. И что ты так долго печатаешь? Ну же. И... какой канал? А, видите? Канал называется... Сейчас канал называется, а сам канал не подходит. Илья Геймс. Да, мой канал называется Илья Геймс. И если что, ты сейчас попал в видео. Прикиньте, ребята. Кстати, хорошо, что он меня пригласил. Если что, это мой друг, ну... я, правда, это уже говорил, но на всякий случай сказал второй раз. Ну... вот, смотрите. Сейчас я вам покажу его бразера, смотрите. У него бразеры вот такие вот. Джеки, Нани, Спраут, Джим, Кольт, Би, Мистер Пи, Тара, Пайпер, Динамайт, Барли, Мортис, 8 Вид, Пэм, Роза, Пока, Биби, Бул, у него, кстати, тоже есть Ворон, Брок, Карл, Шелли. Оу. Give me some sugar. No time, got. О, подождите. А, блин, он уже нажал готово, ну ладно. В принципе, за Макс я могу еще раз сыграть. Я, правда, хотел выиграть Тика. Тика. Ну ладно. Тейк. Кстати, у меня сейчас... у меня квестик, нужно нанести 200 тысяч урона на парном столкновении. Блин! Молодец! Давай! Фух, хорошо, что он спасся. Так. И... На! Блин! Блин! Это какой-то... Это трэш просто. Просто трэш. Трэшак просто. Нет! Да! Зачем? Ладно, вот так тебе. Джесс. Вау. Хотя бы топ-2. Ну это хотя бы неплохо. Вот, видите, квестик. И мне за него целых 500 точно будет. Выберу-ка я, пожалуй. Кстати, я забанил. Кстати, я давно не играл
за Барли, поэтому возьму его. Так. Так, чё он меня печатает? Ты врёшь. В смысле вру? Сейчас, он... Просто он что-то странное написал. В смысле вру? Печатает что-то. Ну, ребята, он реально какую-то фигню написал. Я сейчас примерно записываю видео, а он, наверное, думает, что я вру снимать. В смысле? Ты чё, я правда снимаю? Не, ребят, ну это пипец какой-то. Ладно, ребята, он какой-то... Я правда не знаю, почему он думает, что я говорю неправду. Я ведь правду снимаю. Вот смотрите, вот сейчас именно... Кстати, если что, Вы, кстати, наверное, спрашиваете, как я переписываюсь в чате, если у меня все работает. Я вам скажу, что я просто, так сказать, все говорю на микрофон. Говорю на микрофон все, что мне нужно. Ну ты даешь, я, конечно. Я правда сейчас снимаю видео. Я просто закончил катку, а ты меня пригласил, и я... И ты меня пригласил. И я снимал. Мне пора, удачи. Ладно. Ладно, давайте лучше поиграем без этого дуралея, а то, блин. Кстати, у меня, кстати, уже новая аватарка открылась. Это, кстати, если что, аватарка за примерно 1000. Кстати, прикиньте, у меня уже почти все аватарки. И мне осталось, получается, открыть аватарку Мистера Ки, аватарку Спраута, аватарку Вольта, аватарку Сэнди, аватарку Леона, аватарку Спайка. Осталось мне еще... Блин. Эй. Осталось еще открыть аватарку за... Блин, случайно джинс. Что-то какой-то косой книгой. Ладно.
можем уже последний раз и заканчивать на этом видео. Но я уже хорошенько, так сказать, подготовился, и я решил взять нами. Погнали в катку за нами! Сыграем! Я вам сейчас буду... Я думаю, сейчас просто всех будем убасить. Так, баночка, баночка. Кстати, если вы не знали, Нами, она наносит достаточно много урона. Она даже мост... Я даже мортиса уничтожила. Правда, вы... Кстати, если вы не знали, Нами... Это один из самых добрых бравлеров. Но она, правда... Она, скорее всего, просто не сильно любит уничтожать даже врагов. И поэтому, видимо, когда я уничтожу Мортис, она такая... Ёкай! Наверное, из-за этого. Наверное, из-за этого, потому что Нани, она самая добрая. Ну ладно, не будем. Короче, мы не будем обращать на это внимание. Кстати, этот видос, это один из самых первых видосов, который у меня один из самых длинных на моем канале, потому что вы можете сейчас посмотреть на мое слева, там, где у меня такой логотипчик, можете посмотреть, сколько я записываю это видео. Я реально записываю уже дофига. О, там Покич, я должен его убить. Главное, чтобы он пришел на меня. Так. Я там делал так. Хо-хо-хо, вы это не делали! Я его просто не стал сюда. Прикиньте, мне еще и жим. Так, не буду я играть с этим дуралеем. Короче, ребятки, мы на этом уже будем заканчивать видео. И не забывайте, что я сделаю еще отдельное видео, там, где я куплю скин Крафтик. Ладно. Короче, всем пока.